никто понимает, как испортить забей очень быстро, 3 гол. Но сейчас надо отдыхать, потому что есть матч там, в Албании, и надо выиграть. Но все команды сегодня знают и хорошо играют, и надо поменять сейчас. Сразу после матча можно проанализировать, что именно не получилось в первую очередь, из-за чего проиграли? Очень плохо, очень плохо. Все команды знают, все видят матч. Тренер сказал, в первый тайм команда не хорошо играет, как команда. И поэтому результат 3-1 в первый тайм. Второй тайм наша команда играет вместе. И поэтому лучше второй тайм. Но когда 3-1 проиграли, это тяжело. Но сейчас надо отдыхать, надо излучить, что тренер будет говорить. И в понедельник есть матч против Динамо, надо выиграть. Поездка на метро никак не повлияла? Ну, нормально. Сегодня пробка. И если ехать на автобус, я думаю, времени нет никак. Ну, нормально. Это футбол. Надо готовиться. И Локомотив только так. Видите, если здесь на стадионе сегодня, через метро, но хорошо, без проблем.